Россиянка, связанная с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией. Красивая женщина, молодая, с прекрасным английским. Привлекательна для многих одиноких мужчин в Вашингтоне. Идеальный троянский конь. В обмен на смягчение приговора Будина согласилась признать, что вступила в сговор с рядом лиц, цитата, с целью совершения преступления против США. Почему она решилась на этот шаг, понятно. Ее немножко умучили, и она пошла на сделку со следствием. Перед этапированием у нее забрали все вещи, включая книги и предметы гигиены, и провели унизительный личный досмотр с полным раздеванием. По непонятной причине ее держат в одиночной камере по 22 часа в сутки. Вместо кровати бетонный топчан, спать не дают. Прогулка в одиночестве на тюремном дворе с 2 до 4 ночи. У Бутиной участились приступы клаустрофобии. А можем мы доверять признаниям, которые получены вот под таким давлением? Многие это называют пытками. Дело Бутиной поможет понять, как именно российские власти собирают в Штатах информацию, как строят сеть контактов. Прокуроры смогут, например, узнать больше о связях России с Национальной стрелковой ассоциацией. Ее решение сотрудничать с ФБР и прокуратурой... В этот момент в российском фильме должен прозвучать мрачный саундтрек, гораздо более мрачный, чем в американском. Для нас это очередной перебежчик. Для них, с кем ты теперь сотрудничаешь? С кем?